Добрый день. 5-9 плюс 20. Это все твое, Олег Пинцы, прием. Да, ВАТ Ридрик ДЗ, РА3 ЕДУ, Олег. Добрый день, рад встречи. 5-9 плюс, также очень громко, Владимир Знаменск на приеме. Да, а какой сейчас аппарат у тебя? На что за трансивер? Тот же, что и у тебя, например. А, понял. Ну, красиво. Мне нравится. Это ЕДВ, ВАТ, РИГРИК, ДЗ. Ну, там вот был, так там немножко такой, ну, это можно и здесь такой, посочнее был чуть-чуть сигнал. Тогда кинул за тебя или что-то там было такое, помню. Вот. А, замечательно. Ну, что, нет вопросов. Хочешь, оставайся на частоте. Мне уже надо тут QRT сделать. Хочу отбежать. Вот. Так что никак не вылезу прям. Да-да-да. Ну, у меня один вопрос будет. А вот этот антиниатор тебе включен или выключен, ты слушаешь? На приеме. Аттенюатор? Да выключен, конечно. Я Нет, аттенюатор. Да я его вообще никогда не включаю, аттенюатор. Это ослабление, да, блин? Да-да, АТТ вот это стоит. Если я его раз, все, и ничего нету, значит, он дает прибавку еще, громче станции звучат. Но шумновато. Я его включил, и частота идеальная. Не говоря там уже 1-2 на прием. Ну, так он там затупляет приемы. Ну, как, прием тише, конечно, там если даже сейчас... Снежочек идет, но такой легкий. Вот, солнце пока не появилось, а по температуре все то же самое. Вот, так что вот такие дела. С вашего позволения, я хочу спросить, Володь здесь? Да-да, здесь ГМЗ, АГЦ-2СА, Йод, замечательно понимаю. Это буквально сейчас, минуточку. Йод, замечательно понимаю, плюс 20 дБ, без всяких проблем, рад слышать ГМЗ, АГЦ-2СА на полену. Да, принято. Володь, мы рад приветствовать. Давай, если у тебя там есть время, на 83 перейдем. Если слышу, здесь оставайся, Вовка. 83, я смотрю там по панораме. Вроде чисто, вот, можем с тобой там чуть пообщаться. Коля, ну тогда сейчас, тогда секунду. Хорошо, спасибо большое. Наши, вот с Вовкой, пензенские радиолюбители, это большие друзья. Мы с ним Белый Гор посещали, вот, и многих там знаем, например. Вы мне, да, Юр, ну это хорошо, есть возможности такие. Вот, у каждого свои по возможности тоже. Хорошо, давайте тогда. Здесь Николаева от РНК, Коля подошел. Я как бы хотел вам частоту сказать. Вот Коля подошел. Давай. Мы немножко с ним поздороваемся. Вот. Хорошо, давайте, Юра и Володя. Пока, Юр, 7-3. Кропашинская деревенька, Ростошинская, Чигиринского района, Черкасская область. На месте? Видите, не зря там это... Не зря это все было сказано, военно-технические средства. 7.40, Ульяна. Центр 4, Федор. Центр 4, Федор, 7.40. 7.40, Ульяна. Центр 4, Федор. Ульяна, центр 4, Федор, 7.40, прием. Ульяна, радио 3, Леонид, Елена. Ульяна, радио 3, Леонид, Елена, день добрый. 5-9, громко слышу, небольшой плюс, Владимир, недалеко от Пензы, прием. Добрый день, Владимир, рад нашей встрече, ну и нашему знакомству с этим позывным, это позывным, не высвечивается у меня в голове. Александр, возле Харькова, в поселочке Липцы, 5-9 и 10 децибелов, вот Станислава на приеме. Да, Саш, тоже я сейчас посмотрел по эсметру, где-то 10 дБ проходите с хорошим качеством. Да, это с мало очень я в ССБ работаю, обычно телеграф или в АВТ-8, это просто вот сейчас вот здесь микрофон уже весь запылился и просто решил посмотреть. Спасибо, Саш, за знакомство, всего хорошего, вопросов нет, какие вопросы, я отвечу, прием. Конечно, вопросов не возникло, тоже отмечу великолепнейший сигнал, все частоты, ровненько по панораме видно, так как на СДР это все видно, но это очень здорово звучит. Теплейшее пожелание, Володь, здоровья вам, фамилии, ну и на Нижний Ломов, 7-3, все добра. Да, всего хорошего, 73, Александр. Ульяна радио, твердый центр Самара. Ульяна радио, твердый центр Самара. Всем, кто слышит мои хрипы и радиопедагогические сигналы, прошу ответить. Внимание, внимание.
утром проходит радиопедальская радиостанция Сергея Федоратовича Кузьмина, Ульяна Радио, первый центр Самара. Ульяна Радио, первый центр Самара. Это такие есть, что с нуля, я не спорю. По настройке сейчас надо немножко шкалу тут сдвигать. Хорошо, так средний завышенец, средний завышенец. Демотехника 7620, сюда уже идет. Вы чисто КВшный, например. Здравствуйте, спасибо. Пятерка, девятка, плюс Сергей, Сережа, Клинцы, прием. Да, Анатолий, Грайворон. Толь, великолепно, принято. Толя, спасибо за ответ на Грайворон, Белгородский. Самое теплое пожелание, здоровья, добра, удачи. Всем треска. Да, спасибо за теплое слово, пожелание. Ты сейчас и до встречи. Всего доброго, Толь. Ульяна Борис, 3. Игрик, Елена, знак, прием. Так, Люба, Люба. Радио 6, Люба, Люба. Великолепно. Прошу прощения, задержал вашу станцию. Добрый денек. Пятерка, девятка, плюс, плюс. Сергей, Клинцы, прием. Здравствуйте, день добрый. Спасибо за ответ. Я Роман Люба, сестой Люба, Люба. Зовут меня Игорь Зверево. Да, Игорь Зверево великолепно принято. Спасибо, Игорь, за ответ за КИСО. Самые теплые пожелания на Зверево. И до будущих радиовстреч. Всем треска. Ульяна Николаевича, Леонид Федор, Тамара. Так, Иван Федор, Тамара, еще раз дайте позвонок. Ульяна Николаевича, Леонид Федор, Тамара. А, вон как. ОМС, Леонид Федор, Тамара, Вин. Радио 3, пятерка, девятка, 5-9, Сергей Клинцы, прием. Так, вечера, добрый день, спасибо. Оба 3, Екатерина Знак, ЕВ, Дротман, Чем, Лестем. Тоже громко, прекрасно понимаю. Наблюдал немножко, как тебе отвечают. Картошку, картошку я выбрал. А, картошку. А получим, это первый, а уже один Ульяна Васильевна, второй Кристина. Радио из конца Иван, пожалуйста, позывной дайте. Радио Николай Трищука, Елена Ивановна. Радио Николай Трищука, Елена Ивановна, РВ-3, Анна Галина. А, я прошу прощения, я сейчас тренируюсь забивать на клавиатуре, поэтому не так быстро получается, как ручкой. Вот, прошу прощения. Елена Трищука, Елена Ивановна, РВ-3, Анна Галина, 5-9. Принимаю, Владимир, недалеко от Калуги нахожусь. Елена Трищука, Елена Ивановна, РВ-3, АГ. Да, Василий, принято, недалеко от Лиски. Мой когда киловатт Галина 19, киловатт Галина 19. Так, и если мне... Так, вот я был тут в санатории имени Цурюпы, у вас там где-то рядом. Я не помню, Лиски еще не было, кажется, другой город был какой-то, например. Нет, все правильно, Лиски, а так село Средний Корец, вот я живу, если точно, и пытаюсь, что село Средний Корец. Ну и санаторий Винцурюпы, вот тут от меня, да, километров 5, наверное, в лесу, на речке Корец, например. Да-да, и что, и до сих пор работает?
Да, работает, работает. Санаторий, лагерь закрыли, в этом году уже там это был, который ракета. Да, наверное, хобы закрыли уже все, в этом году они ездили. Вот там какой-то детский оздоровительный лагерь, в нем сделали такой, как раньше, пионерский, или как их называли. Все уже в этом году не было. Понял, Василий, ясно, спасибо за инфу. И ваш РДА тоже подскажите, пожалуйста. Жук радио 26. Спасибо большое. Василий, не буду задерживать, наилучшие пожелания вам. И надеюсь, через хамлок подтвердите. РН3, Щука, Елена Ивановна, РВ3, Анна Галина. До свидания. Да мне не спех, у меня хоть до воскресенья. До свидания, всего хорошего. Здоров, Анатолий, РХ2Б, Р4С. Плюс 20, громко тут, Сергей в Калининске, прием. Да, мотает здорово, знаешь, от плюс 10 до 25. Вот такая фигня. Так, надо, так, обед на носу. Леш, тебе. Обед еще целый час, поэтому. А раньше не положен обед. РХ2Б, Р4СХО. Хорошо, Сереж, большое спасибо. Р4 Центр Иван Николай. Радио Анна 4, Федор Харитон Ольга. Всего доброго от нашей группы. 7-3, до встречи. Всего доброго, пока-пока. Организм испорчен. Сереж, всего доброго. Там Анатолий включился немножко обрезом. Передача 7-3, до встречи. Радио Анна 4, Федор Харитон, Ольга на приеме. Радио Анна 4, радио Константин, это правильно? День добрый, большое спасибо. Радио Анна 4, радио Анна Киловатт, радио Анна 4, Федор Харитон, Ольга. Семен, пятерка-девятка, плюс 10 децибел. Алексей Пачолма на приеме. Да, Семен, послушай, пожалуйста, группу «Жень». Да, он меня не услышит. Семен, 5-6-5-7, я Роман Роман, 4, Федор Борисович, Евгений Городкаменко, 5-6-5-7, прием. На встрече работали. Семен, не принимали? Да, я понял, что у вас помехи. Хорошо, Семен, всего доброго на Казани. 7-3, до встречи. Он помехи же там, 9 баллов. Вот он ни хрена никого не слышит. А он же сказал, что помехи. Более 9 баллов, поэтому не принимает. А, пожалуйста, радио Анна 4, Федор Харитон, Ольга на приеме. Роман Жук 3, Федор. Роман Жук 3, 2 Федора, радио Анна 4, Федор Харитон, Ольга. Большое спасибо. Большое спасибо, Андрей, день добрый. Пятерка-девятка, пятерка-девятка, плюс 5. Алексей Пачалман на приеме. Чего, Алексей, здравствуйте. Радио Анна 4, Федор Харитон, Ольга. Андрей, пожалуйста, исправьте. И послушайте еще два сигнала, Жень, пожалуйста. Да, Андрей, здравствуй. Ну, видимо, небольшая мощность, как и у меня. Прохождение что-то или такое между нами. 5-7-5-8, слышу, Андрей. Я Роман Анна 4, Федор, более знак. Евгений, город Каменка. Ну, я на чердях, прям. Р4ВХ, 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 я хотел сказать, слышу отлично. Ну, я вроде в ЧВП работаю, то я понимаю, что я не транслирую, но вполне подсказываю. Алло. Как вы не Анна 3, Игорь Тамара. Игорь Тамара, приветствую. Р3ЙТ, РК3, Ольга Радио. 5-9, Юрий, вблизи Воронежа, 5-9, прием. Взял микрофон, который не подключен, а тот лежит на расстоянии метра. Я лег, потом сообразил. Радио Анна 3, Игорь Тамара. Пятерка-девятка, 25 дБ плюс, очень мощный сигнал и качественный, великолепный.
Занимался сигналом, Александр Брянский, занимался сигналом, вот скажи, что с сигналом, нужно что-то менять, добавлять вот на тот курс прием. Ясно. Александр, сейчас глянул, плюс 30 ты у меня идешь. 5-9, плюс 30. Немножко перекачка идет, ты такой перегруженный, я по спектрографу смотрю, расползается больше 3 кГц. Ну, такой немножко перекачанный сигнал на приеме. Да, ну вот, смотри, у меня 14 ватт возбуждения идет на усилитель. Смотри, я сейчас отключу, как ты при 14 ваттах будешь слышать, не будешь. Вот это 14 ватт, но это с усилителем прям. 14 ватт, ровно 9 баллов у меня идет. Ровно 9 баллов. 5,9 и 5,9 плюс 30 усилитель. 25-30 усилитель. А на чем, на прием? Ну, сделал я. У меня же был на 82-х, я сейчас на 81-й сделал. Вот. И где-то порядка, наверное, 630-650 ватт отдает прием. Ага, ясно. Ты в сеточку качаешь, да, на прием? Да-да, в сетку. 50 он там и в сетку прием. Ага. Ясно, понято. Хорошо. До 50 ом. Что ты там закорачиваешь? Там 50 в сетку не надо. Там ом. За маркировка стояла. Не звездочка, а три зуб. Гундошные. Это только, как говорится, легко. Поинтересуюсь, что-то изменилось или нет? Что за транзакция? Сергей 8, Иван Василий, на приеме. ОС-8, Иван Василий, 5-9 принимаю. Вблизи город Тамбов, Александр, Батрия, РГМ, прием. Это РГМ, ОС-8, Иван. Александр, добрый день. Вам РС-4, 9, плюс 15 дБ. Очень громко звучите в Донецкой области. Мое имя отлично, Саша. Громко, здорово, на плюс станция 5 отрабатывалась в данное время. Это вблизи Тамбова, Инжайн, Александр. Здоровья и добра, удачи. Батри радио, Галина Мария, Тамбов. 7-3, пока, ОС-8, Иван Василий. Пока, Саша. Там за 2-3 рубля. Представляешь, нежели мотать трансформатор. Там вольт на 50. Тут вот как бы эти свои, вот они вещи тут постоянно спорят, идет спор между собой, между радиолюбителями в этих темах. Ну а как результат получается? По крайней мере, киловатт-полтора уже начинает склоняться к транзисторному усилителю. X15, India Kilo 4, Golf Radio Oscar, India Kilo 4, Golf Radio Oscar, any DX? I believe it's correct. Лена, так записал? Коллега, добрый день, 5-9 слышу, пятерка, девятка, Петр, около вас. Q15, Security X15, India Kilo 4, Golf Radio Oscar, India Kilo 4, Golf Radio Oscar, any DX? Japan Bravo, number 3 Delta Japan Bravo, again please one more time your traffic. Oscar, India Kilo 4, Golf Radio Oscar, any DX? Удачи, 73.
3, Калина, Леонид, радио. Добрый день, 59, Петр, вблизи Омска. Да, совершенно верно. Лузина, это вблизи Омска, Юрий. Вопросов нет. Гейн, 3, Дельта, Джапан, Браво. 3, Дельта, Джапан, Браво. Да, 6-й КВСО, я подтверждаю. Прием. Это десятка и восьмидесятка и пятнашка. У нас все диапазоны.